Всем привет! У меня сегодня такой небольшой влог кулинарный. Показываю, что я сегодня готовлю. У меня воскресенье. Замесила я тесто на чебуреки. Тесто такое классное, податливое. Знаете как? Берете 120 мл кипятка, туда кладете пол чайной ложки соли и 2 столовые ложки растительного масла. Смешиваете. Потом отсеиваете 200, где-то 20 граммов муки. И в муку выливаете жидкую смесь, и все ложкой сначала, да, размешиваете, вот, а потом уже вот руками 5 минут умешиваете. Он такой мягкий, классный. Сейчас я его отправлю отдыхать на полчасика. Сейчас у меня сварилась картошка, у меня постные будут чебуреки. Вот картошка уже сварилась, отвар я, естественно, не вылью, оставлю его на завтра, сделаю дрожжевое тесто, ну, испеку какие-нибудь лепешки или пироги там с яблоками, может быть. Вот, здесь своим у меня гуляшек из свининки. Они у меня не постятся. Так, и лучок пожарила на картошку. У меня будет чебуреки, картошка с лучком. Вот. Вот такая вот у меня ситуэйшн. Тесто понравилось очень, поэтому рекомендую. Муж у меня там потолки моет. Надо готовиться уже к Пасхе. Перестирывать занавески, мыть окна, все мыть. Буду заниматься этим завтра. Вот, может быть, сегодня шкафы успею намыть на кухне. Посмотрим, как получится. Дел, короче, очень-очень много. Да, и воткну вам сейчас видео короткое, небольшое, как я маску делала на ночь, ночную. От Faberlic, серия Океаном. Вот, мне маска понравилась. Она хорошо напитала кожу, увлажнила. У нее текстура, как у сливочного масла, прикольная такая. Но у кого, конечно, жирная кожа, то она подойдет только на зиму, я думаю. Но у кого сухая, это вообще классная маска. И, конечно, тем, кому за, кому нужно напитать кожу, подтянуть, да, вот эту маску я прям рекомендую. Вот. Пишите, чем занимаетесь вы сегодня. Покажу потом, какие чебуреки вышли. Забыла вам показать, грибочки испекла. Просто замариновала их в фаберликовском майонезе, чесночок, перчик. Люблю такие. Винегретик, солености свои. Вот такая вкуснота у нас получилась. С гуляшом и с грибочками. Кому как нравится. Получается 8 штучек. 8 штучек чебуречков с картошкой. Тесто классное, раскатывается классно. Думаю, что на вкус будет тоже все супер. Это очень вкусно, правда. Тесто хрустящее, пупырчатое. И достаточно мягкое. Вкусно. Так, ну что, делаем масочку. На ночь набирается хорошо, густая. Ну, она должна быть как крем. То есть много ее наносить не надо. Я, может быть, даже лишнего нанесла. Мы ее сейчас распределим на шейку. Завтра посмотрим результат. Доброе утро. Увлажненное, напитанное лицо после маски. Маска жирная, как масло сливочное было, но комфортное. И встала, и кожа мягкая. Такая увлажненная, напитанная, то есть понравилось, как она работает. Вот. Маска классная, рекомендую. Ну и завершу показом, что на клумбе у меня вылезло огромное количество тюльпанов. В общем, все, что посадила, все вылезли. Не знаю, конечно, как они зацветут. Первый раз сажаю. Маленькие такие торчат.
И очень много мышей после зимы свои норки наделала. Вы посмотрите, это просто кошмар. Я не знаю, как с ними бороться. Вот. Ну, скоро у меня клумба зацветет. Тут еще чего-то мне, нарциссы, по-моему, еще что-то. Каких только цветов не посадила. А это у меня деревце, как его называется? Бузина. Не знаю, зачем оставила. Может быть, спилить. Как считаете? Вот. Всем пока-пока. Хорошего дня.